Приветствую всех на канале VB Play. Меня зовут Владимир, и мы сегодня продолжаем прохождение игрушки Surviving Aftermatch. Маленькое предисловие перед тем, как начнем. Недавно я так обнаружил, что у нас вышел трейлер по поводу второго обновления. Называется он Погранзастава или Аванпост, типа Аванпост, как кому угоднее, да. Смотрю, тоже там новые фички добавили, конечно, будет довольно-таки интересно. Но это по ходу игры будем, я расскажу, что там ждать, чего новенького, что там прикольненького будет. А сегодня продолжаем мы развивать нашу YouTube-колонию, блин. Так, погнали, значит, так, загружаем игру. На открытых складах хранятся простые материалы, а не крытых. Лучше держать более ценные вещи, ну это понятно. Чтобы наши, блин, мутные личности не приходили и не воровали у нас рыбу, как в прошлый раз. Итак, да, по поводу новой обновы. Как они писали, что будет улучшена графика. Улучшенные объекты, отрисовка объектов, новая визуализация. Плюс новые специалисты какие-то будут, интересно будет. Возможность торговать с кем-то, скорее всего, на этих заставах, аутпостах, как говорится. Переделана карта мира, она будет улучшена. Что еще там было такого интересного? Ну да, переработаны все эти визуальные эффекты, которые будут находиться на карте. Вот. Кажется, по большому счету это и все. Да, ну и если там что добавим в процессе прохождения игрушки. Ну нет, я смотрю, хорошо работает, довольно-таки активно не выпускает обновы. Это довольно-таки, блин, это хорошо, с одной стороны, но и никаких-то, конечно, больших этих изменений, конечно, нет, но визуально лучше, да, это и то хорошо. Что главное, чтобы не забрасывали игрушку, чтобы она развивалась. Итак, сегодня должны мы тоже развиваться. Должны полазить. Что у нас здесь? Так, у нас 0 там очков, здесь 6 очков. Ждем, пока у нас утконос получит сброс своих навыков. Ходов. Ждем. Так, на сегодня мы что заметим? Наметим. Что мы сегодня построим? Мы построим сегодня. Посмотрим, что мы построим, что у нас сегодня постарается построить. Ну, зависит, опять же, от того, что нас ожидает, какие катастрофы. Торговый центр можно забубенить где-то как-нибудь там в центре. Электричеством надо заняться, но сначала надо проведать всю территорию, чтобы найти нам комплектующий, да? Чтобы создать ветрогенераторы и так далее, и подобное. Памятник построим, это обязательно, чтобы мораль улучшать их. И с этим будет у нас работа улучшена тоже, опять же, наших чуваков. Хорошо, ладно. Надо вызвать это поставить. Кстати, давайте, может быть, сюда можно забубенить. Блин, жалко мне столько места тратить. Блин, сюда было идеально бы залез бы. Да ладно. Так. Посмотрим, может быть, туда. Давайте тут пока что сюда, наверное, поставим. Но тут пилорама как-то не эстетично. Может быть, это. Ну, не знаю. Куда Ай, козлина. Сюда бы забубенил, было все отлично. Посмотрим, может быть, сюда можем. А да, сюда вот и запоставим. Дорогу можем провести. Потом мы тут снесем эту палатку, поставим нормальный дом. Проапгрейдим наших жителей. Так что дальше. Поехали так. Итак, иди сюда, женщина. Проведай, что у нас здесь происходит. Эта женщина соберет у нас металл сразу. Отлично. Не потеряли мы ни одного очка здоровья. Это радует. Так, что ты у нас здесь делаешь? А, ты дерешься, да. Давай убей их, наконец-то. Ну, завали их уже. Нихера себе. Так я своего чувака посру. Ну ладно, пока что еще. Ладно, еще один раунд выдержит с ним. Даже два. Потом уже будет опасно продолжать им. Так. Так. Это мы уже построим. Так, хорошо. Кстати, я хочу заценить. Не-не-не, знаешь, что друзья сделаем сейчас? Мы не будем откладывать наш апгрейд наших домов. Так как у нас нет еще пока что материалов. Конденсаторов, да? Так, лесок заточный. Так, что у нас там? 66 очков до этого? Мало. Ферма у нас есть, это у нас есть, это у нас есть. Все это есть. Поставим коммунальную квартиру. Еще одну. Блин, не можем. Радиоактивные отходы здесь, да? Блин. Блински. Ладно. Подожди, если мы тут поставим один. Например, раз. Потом здесь у нас надо... Заканчивается так. Так. Это два. И тут маленькая местечко остается, да? Что будет туда забубенить? Так, посмотрим, что у нас можем туда засунуть. Надо по максимуму использовать наши... Эти, как его, места... Места обитования. Торговый центр, конечно, я построил бы где-нибудь, не знаю, вот сюда где-то засунул бы его. Ну, блин.
Поле. Давайте пофиг поставим, а потом уже здесь это. Все равно это поле будет. Это как мы здесь все зачистим. А, здесь неплодородная земля. Плохо. Плохо. Оно здесь. А, ну здесь плодородная земля будет. Довольно-таки, да. Да, здесь нормально будет. У нас тогда будем здесь ферму ставить, еще парочку ферм, когда очистим загрязнение на территории. Я только надеюсь, что когда выйдет новая обнова, мы сможем с этим старым сейвом играть, продолжать дальше и со всеми новыми фичками. Я надеюсь на это. Но если нет, будет опять же все начать заново, блин. Ну да что ж хотеть, ну что ж делать, это же ради доступа, как говорится, да. Так, что у нас с инструментами, кушку, так, курки есть. Это мы не будем останавливать, потому что, ну, это опять же зависит от морали людей. Так, ну, пока что это так много не влияет на производство наших чувачков, да, но все равно лучше, чтобы это было. Плюс эти инструменты и куртки, они довольно-таки, ну, одежда в общем, иногда нуждаются люди, которые приходят к нам, вместо там, они дадут нам семена, например, а мы им дадим куртку или там инструменты. Это уже что они там пожелают сами. Так, что у нас здесь? Дерево у нас все нормально рубится. Этот пока что не высаживает, потом этих чувачков отошлем сюда. Высаживать дерево. А, кстати, уже можем, потом у нас 6 человек есть. Переместить рабочую зону. Я постараюсь вот сюда вот засунуть. Не знаю, как он будет здесь. Будет высаживать, не будет высаживать. Ну, посмотрим. Памятник завершено. Так, хорошо. То есть, видите, что мало места для помещения. 3 человека, только это плохо. Было бы больше, там, не знаю, десяточка было бы, это супер. А то мне надо все в памятник засовывать, да? Когда там будет, если там будет больше 100 человек, что-то там, мне надо, блин, 30 памятников поставить, чтобы они туда залезли. Так, ладно. Что наши специалисты еще отдыхают? А, у нас же первая скорость. Опять идем на вторую скорость, чтобы это не затянулось на очень долгий процесс. Так, подождите, сейчас туда, вот. Надо парочку фишек сделать, чтобы я проследил за всем процессом. Так, хорошо. Так, строительство начато. Так, 58, так, бетона. У нас довольно-таки много ресурсов, это хорошо. Так, специалисты готовы к работе. Так, женщина, иди смотри, что у нас здесь. Надо, чтобы было, ну, йодовые таблетки. Йодные таблетки, да, йодовые, блин. Сам-то йодовый. Ну, давай, завали уже их, наконец-то, ну. Все, наконец, супер. И что? У нас бетон здесь, да. Ну, ничего не так. Так, а ты иди, женщина, вот сюда. Зацени. Давай, дай. Блин, металл. Ну, тоже неплохо. Нам нужно исследовать очки исследования. Вот что нужно. Ну, или, по крайней мере, еще пару специалистов, чтобы мы могли их по всему миру раскидать. Так, еды у нас достаточно много, неплохо у нас здесь производство происходит, все отлично. Торговый центр, все здесь построено. Но да, пока что никаких дополнительных... Было бы круто, если, например, добавили, вот что я мог бы торговать картошку, да, там, например, что мы могли бы торговать, сюда засовывать, приходили бы люди и вы торговали. Но это, кажется, это будет уже в следующем патче, который будет на этой неделе. Даже, кажется, сегодня проводится стрим по поводу... нового обновления, если кто, загляните на Paradox Interactive на YouTube, так же самое на Twitch есть, если вам, конечно, интересно. Они сегодня будут 5 часов по центральному европейскому времени стримить, да, и я не знаю, это получается через... Ну, я снимаю где-то в 2, где-то через 3 часа, походу, получается. Так, небольшая группа ваших ворот, похоже, не... Так, что? Группа бродяг медленно приближается к вашим воротам. Их одежда покрыта грязью и запекшейся кровью. Не могу выговорить. Один из них говорит вам: банда разбойников напала на наш караван. Мы все еле успели убежать. Теперь нам нужно некуда идти. Помогите нам, пожалуйста. Мы дадим вам все, что у нас осталось за лекарства и кровь. Блин. Колонист плюс 4. Ну, берем. Выжившие явно увидели ваши великодушием и еще долго не могу сказать ничего связанного. Ну, как я, например, сейчас. Все время говорят спасибо, вы советуете ранее немедленно сходить к врачу. Плюс 3 картошки, 4 куртки и 4 колониста. Какие мы великодушные, да? И что у нас есть? Кровь. А у нас еще зрактивное заболевание у них есть, да? Вот, блин. Давайте поможем, еще поставим человечка сюда. Отлично, так, хорошо. Хорошо. А, у нас нету жилища, да? Ну, давайте построим тогда домик сразу же. Домик построим мы и на
будущее. Так, получается, у нас здесь ставим сюда. Значит, нам надо ставить вот сюда. Вот так, да? По большому счету. Ну, поставим вот так. Специалисты готовы к работе. Погнали. Дальше, дальше развиваться. Таблетки йод. Ну, пока что мы, наверное, на обратном пути залетим. Вот так, когда пойдем. Опа, конденсаторы. Очень хорошо. 26 штук, отлично. Туда мы не направимся, в первую очередь. Бетон. Надеюсь, что для нас счастливые, как и в прошлый раз, не получишь по лещам. Так, металл. 69. Забираем металл. У нас будет довольно много ресурсов, друзья. Очень это неплохо. Это меня, это радует. И главное, что, знаете, я отжаловался на собирателей перед этим. А смотри, как хорошо. Так. Ресурсы собраны. Переместить рабочую зону. Есть что-нибудь здесь толковое? Вот сюда. Вот. Ух ты. Давайте, друзья, работайте здесь пока что. Вам-то далеко, конечно, ходить, но что же делать? Так, ягоды. Что с ягодами? А где ягоды? А ягоды уже собрали, да? Пластмассу тоже собрали. А, хорошо, ставим сюда. Итак, дальше, 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 дальше. Что у нас здесь? А здесь собирает бетон? Да, здесь собирает бетон. Пластмасса у нас закончилась, да? Сносим, опять же, да, эту систему. Уничтожить. Что с металлом, кстати? Металл еще добывает, да? Металл же добывает. Что у нас с пластмассой? Где у нас пластмасса? Строительство, утилизация. Мастерская портнома. Нет, нет, нет. Станция переработки пластмассы. Дайте нам пластмассу где-нибудь. Здесь у нас рядом пластмасса. Или нет, у нас здесь рядом пластмасса. Вот здесь пластмасса у нас рядом. Ну что ж делать, далеко. Ну что ж поделать. Вот так ставим. Строительство завершено. Коммунальное жилье. Отлично. Кухня работает, все работают, все при делах, все отлично. Кстати, надо попробовать уничтожить это поле и построить новое поле вот здесь. Еще большое. У нас достаточно много людей, так что можем построить еще одно большое поле. А почему ты не ставишься, друг мой? А здесь можем засунуть? Если не можем забубенить, да? А здесь? Тоже здесь тоже не можем забубенить. Плохо. А почему не можем здесь поставить? А, то, что там нет плодородной земли, я понял. Значит, так сделаем, вот так. Отлично. Что у нас там? Специалист готовы к работе. Ну, как-то не быстро вы там готовы к работе. Идем все лупить этих. Один человечек останется, отлично. Нет, три человека. Ну, это тоже неплохо. Бетон 0. Инструменты. Давайте сходим за инструментами, так как у нас там 0 опасности, 24 инструмента. Обратно тогда придем, он подлечится, и тогда пойдем, пошлем его сюда лупить этих бандюганов. Что с металлом? Забираем металл. Потом она проведет эту территорию. И уже будем тоже направлять ее домой. Так, пилорама работает, все отлично. Кстати, надо переместить рабочую зону, чтобы это отсюда вот все это забрало. Вот эти деревья, которые здесь у нас растут. Чтобы тут мы не теряли, когда будем что-нибудь ставить туда. Интересненькое. Такс. Где же какая-нибудь большая дорога? Кстати, я хотел улучшить ворота. Вот что я хотел сделать. А, ну мы нам сначала выучить улучшение. Так, что у нас с рыбой? У нас рыба есть? Три рыбки. Значит, что сделаем, друзья? Еще построим еще одну рыбацкую хижину. Так, а почему ты не ставишься нормально? Не разрешает тебе эта постройка, да? Производит 100%. 100%, да. Ну и сюда протянем дорогу, чтобы они быстрее передвигались. Вот таким образом. А, да, садит дерево. Смотрите, друзья, садит дерево. Отлично. Хоть там неплодородная земля, но это садит. Так, что у нас здесь дальше? Вот здесь мы посадим кукурузу. И трех человечек.
Так, здесь три, все нормально. И 7 человек у нас еще работает здесь. Отлично. Что у нас с деревом? А, кстати, что у нас с деревом? 28 дерева еще, хорошо. Так, специалисты готовы к работе. Утконос, давай лупи. Отлично. Отдубасили мы рейдеров. Отлично. Забираем инструменты, дружище. Отличненько. Сейчас нас 11. И ты, женщина, у нас идешь, проверишь эту территорию. Ага. Ясно. Ничего толкового пока что мы не нашли. Так, что у нас на морали? Воспоминания товарища плюс 20. Ну, у нас мы еще никого не потеряли. Ну, наверное, знаете, из предыдущих, когда они там скитались по миру, товарищи у них погибли где-то, наверное, скорее всего. Так, извиняюсь, кузен, что-то мне запершило в горле. Надо попить что-то. Ага. Так, продолжаем. Итак. Рыбацкая хижина строится, пластмасска у нас строится, да. А уже построили, отлично, молодцы. Еще одного человека сюда, 6 человек на носильщике, отлично. Хижина рыбака построена, сюда сразу тоже еще одного человечка ставим. У нас тут еще пластмасса есть, отлично. Как раз мы сможем туда дорогу еще притянуть, чтобы они быстрее передвигались. А, кстати, я не смогу тут передвигаться быстрее, потому что у нас здесь есть вот такая система. И вот это мне не нравится, вот это, надо избавиться от этого, лишняя дорога. Так, вот так. И вот так. Будет красивее. Эстетично, как говорится, да? Так, кухонька у нас работает в полную силу. Это отлично, это радует. А что у нас еще есть? Мясные, да? Есть все необходимые витамины и питательные вещества. А давайте, друзья, что у нас с мясом? У нас мяса мало, да. А, вот что мы не построили, друзья. А, сейчас построим. И сделаем смешанный рацион. Мы не построили хижину. Этого, как его? Дом зверолова не построили. Вот что у нас не было построено. Давайте его сюда построим, потому что это... Он привязан к дереву. Как раз это человечек сейчас... не знаю, почему к дереву привязан. Ну да ладно, не будем к этому уделять внимание такое. Или, например, сюда куда-то поставить его. Не, сюда не сможем поставить. Надо ставить, где больше дерева. Например, сюда пока что поставим его. Или нет. А мы же можем опять же зону менять. Какая проблема? В чем проблема? Не понимаю, нет проблемы. Ставим здесь дом лесничего один. И поставим их два, чтобы у нас максимальная производительность по поводу этого происходила. Это поставим вторую здесь, поставим вот сюда вот. Куда-нибудь сюда вот. Забубеним. И потом поменяем зону чуть подальше. И у нас будет добываться мяско. Хоть все видите, как в других играх, тут какие-то живка ходят, да-да-да, нет, ходят, стреляют, типа, делают визуально, что мы их режем, убиваем и так далее и тому подобное. Такого здесь нету, там просто по КД они добывают, да. Так, добываем конденсаторы. Ты забираешь последние инструменты. Женщина, ты будешь на обратном пути разведывать. Выйдешь через эту сторону, чтобы мы максимально смогли... расширить нашу карточку, чтобы знать, где что происходит. Так, что у нас здесь? Металл, железо. Ой, пластик и железо. Тут хлам, вернее. Так, производство. Так, мясо у нас. Потому что мясо идет тоже как рыба. Мы не будем использовать рыбу. Рыбу. В дальнейшем мы еще построим еще одну кухонку. Чтобы там мы могли в дальнейшем все рационы использовать. Переместить рабочую зону. Вот так сделаем. Хлыбысь. Так же самое здесь сейчас переместим рабочую зоню. Но тут мы будем ставить одного человечка пока что, потому что у нас сейчас только два человека осталось. И один будет носить. Надеюсь, что в больнице скоро нам придут к нам люди. И будут заниматься. Ну, то бишь у нашей колонии увеличится. Так. Так, сколько у нас свободного места есть, кстати? У нас 5, 3 человека здесь. 2 человека здесь. Это получается у нас 5 мест. 5 мест у нас есть, да? 6 мест у нас пока что есть. Ну, неплохо. 20 куртки, 20 инструментов. Тоже неплохо. Так, ну смотрите, как хорошо. Картошки 125. Отлично, отличненько. Так, что у нас с мясом? А, они ждут мяса, да? Они ждут мяса. Мясо, как что, ресурсы в пути, да? А, и сразу 2 дерева, да? Надо, смотрю, уже, наверное, восстанавливать производство дерева. А, не, еще 26 штук. Так что нормально. Тут ягоды собираются, тут все собирается.
Здесь тоже все собирается, отлично. Специалисты готовы к работе. Ладно, что у нас здесь? Ты собираешь конденсаторы, хорошо. Ты у нас уже собрал сюда? Ну, таким же самым макаром. Так у тебя хпшки нету, да? Ну, давайте, высылаем его домой. Пусть идет домой. А что, здесь есть что-нибудь? Нет, тут ничего нету. Идем домой. Женщина уже прошла. Так, ты идешь сюда. Опять все, блин, эти аванпосты стоят здесь всякие разные. Так, хорошо, ладно. Возвращаемся обратно на карту. Давайте, человечки, подтягивайтесь. Нам нужны люди, нам нужны ресурсы, нам нужен человеческий ресурс. Так, что у нас вода? 17 воды, хорошо. Можно было, конечно, сколько у нас? Один у нас не хватает на солнечную батарейку, чтобы более-менее начали добывать энергию. Так, добыча происходит, все отлично. Что у нас с мяском? Дичь есть, 3 штучки. По идее, они уже должны были принести... Ну да, у нас один только носильщик, сейчас это довольно-таки печально. Значит, друзья, пока что мы отключим производство одежды. У нас 20 одежды, так что у нас нормально все пока что в этом плане. Пусть он лучше поносит. Так, что у нас еще нам можем отключить? Да не, остальное пусть работает. Пластмасса 150, что у нас железо? О, железо. Уничтожить. Кстати, тоже это пока что не будем восстанавливать. Пусть это, пусть они поработают, поносят лучше. Так, сколько у нас детей, кстати? Один ребенок. Только ты подрастешь уже, дружище. Ой, не-не-не, я хотела маленького кликнуть. Может, какая-то форма будет. Ожидает, идет снаряжение. Так, скорость производства. Работа на последний... Это понятно, он же ребенок. Какие, блин, какая работа на первом месте. Хорошо, ладно. Так. Тут уже заполнено все. Специалисты готовы к работе. Отлично. Дальше ты идешь обратно еще в базу. На базу. На базу. Иди сюда. Женщина, ты где? Вот еще тебе надо два прихода, чтобы не терять время зря. Женщина, ты идешь у нас. Ну сюда уже идешь, что-то уже не без вопросов. Дайте какой-нибудь мне дрочуна, нахрен, чтобы он нормально пошел, выносил лицо всем. Не знаю, магнитная буря, это вообще копейки. Воздух наполняется едва уловимым запахом озона. Электроника отключается одна за другой. Останавливаются электростанции. Из-за серии коротких замыканий в колонии вспыхивает сразу несколько пожаров. Ты что? Ну, у нас нету энергии, какого, блин, хера? Ну ладно, это еще не сейчас, это возможно будет. Задание, производящее энергию, прекращает работу. Здания для работы, которых нужна энергия, могут пострадать. Строите аккумуляторы, батареи, заряжайте их, и колония не станет себе света. Ну, опять же, интересно, опять же, видите, магнитная буря, аккумуляторы, все, ну, не знаю. Так, дерева здесь нет у тебя, да? Переместить рабочую зону. Ну, пусть сюда куда-нибудь ходит, пока что рубит дерево. У нас 83 дерева, довольно-таки неплохо по ресурсам, но довольно-таки неплохо по ресурсам. Так, нужны новые источники. 3, да? Это для кого? Для чего, вернее? Тут есть, здесь есть, и здесь тоже есть. Все отлично. Но это... А, ну это ягоды не просто показываешь, что собрали. Чтобы выйти, нам вернуться, например, где-то там лазите по карте, да, там вы там клокнули, куда-нибудь туда уехали, да, там далеко вообще где-то. Чтобы не листать вот так вниз, да, нажимаете просто латинскую ца, и все, вы центрируетесь на вашей колонии. Такой маленький советик. Кто не знал об этом раньше. Так, производство все хорошо. По мясу у нас, еды у нас очень все хорошо. С едой это отлично, с водой у нас тоже нормально более-менее. Кстати, можно было еще построить один колодец, чтобы было наверняка, что у нас будет все отлично, все будет супер. Так, куда его звука забубенить? Тут они пересекаются. Здесь 15%, 100%. А здесь лист поставим? Нет, не сможем поставить, да. Давайте поставим вот сюда. Мне, конечно, это очень хорошо, что они занимаются вот этой мелочевкой, что не можно, вот, знаешь, я когда что предыдущий патч ставил просто друг другом рядом и получал все процесс 100% бонусов. Логично так нельзя, но этот маленький, такая системочка, это хорошо. Большая груда, все, уже убрали, да? Значит, все тут красненько, переместить рабочую зону. У нас еще очень много залежей ископаемых. Контроль.
и колесик мыши. Можем мы сразу захватить бетонную большую груду? Не, не можем. Ладно, тогда поменьше сделаем. Вот так. Не знаю, ли это влияет на количество людей, но просто сердце туда ходят и сразу добывают. Не знаю, это зависит от количества человек, которые этим занимаются процессом. Или, ну, увеличить зону или уменьшить ее. Так, дерево у нас есть, так, карта. Карта, специалисты готовы к работе. Да вот, забери последние два конденсатора. И тогда будем направлять на базу тебя. Так, ты обратно сюда. Да, вот они пофиксили этот баг, что надо было выйти, чтобы он скинул ресурсы. Вот видите, сейчас сразу же скинул ресурсы. И она тоже сразу зайдет. Супер, отлично. Только не, она ничего не скинула сразу, да? Или скинула, посмотрим. Да, она скинула. У нас 182 металла, друзья, это неплохо, совсем неплохо. А он еще остался один. Что ты хочешь? Так, куда мы пойдем дальше? Ну, давайте пойдем сюда проведывать территорию. Что-то у нас здесь... Ну, вот сюда, например. Соберем фрукты. Консервы, как говорится, консервированные фрукты. Это пусть лечится. Так, дальше, 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 дальше. 43 инструмента, 22 куртки. С аптечками, конечно, напряжно. Колодец завершено. Отлично. Один день до катастрофы. Ну, у нас два врача, так что нам не надо повышать уровень. Здравоохранение, потому что магнитная боль не так страшно. Она больше будет влиять на производство людей, потому что они будут бояться умереть. Не удалось выспаться 5 человек. После хорошего отдыха 4. Так, хорошо. Еда сюда приходит, все отлично. Ты готовишь уже нормальный рацион здесь? Или уже приготовил один? Мясные рационы 18, все отлично. А овощные еще 50 остались. Супер. Будем их менять. Походу, как там одно закончится, другое начнем. Другое закончится, третье начнем. Так, этот занимается здесь хорошо, все отлично, этот высаживает деревья там отлично. Все у нас, все хорошо, все представляет. Так, нужно маленькая бетонная груда, раз, так, ясно, понял. Понял, не дурак, дурак либо не понял. Ну, там еще у нас есть пока что реса. Что у нас здесь по поводу ресов? Одна ягодка осталась, да? Отлично. Ой, извиняюсь, друзья. Надо было выключить телефон, блин, на... Тишину поставить. Так. Сюда мы что-нибудь забубенили бы еще. Ну, блин, нету ресурсов у нас, нету науки. Плохо, плохо, очень плохо. Никто к нам не приходит, ничего там не торгует. Специалист, ягод нужен новый источник. Ладно, переместить рабочую зону. Как далеко нам сейчас перемещать надо все дело? Здесь ничего нету. Ну, вот сюда. Вот сюда забубеним. Отлично, так. Сейчас быстренько пробежимся, что у нас все здесь есть, все хорошо. Специалисты готовы к работе. Женщина, ты возвращайся домой. Ты лечишься, а ты идешь сюда еще до сих пор. Продолжаешь идти. Отлично, возвращаемся на карту. К воротам прибыли. О, почему никто не видел их? Так, по дороге сюда напалось несколько караванов. Стан, ребят, слишком уж... Улыбчивые и веселые. Сказали, что никогда не участвовали в себя таких свободных сеть, как сейчас. Вы, ну, я бы не хотел брать их из-за того, что у нас нету специалиста. А мне нужны специалисты. И это 6 мест, и надо дом строить сразу. Значит, пока что... Пока игнорировать. Подождем пока что. Мне нужен специалист. Мне нужен какой-то бонус. 6 человек у нас довольно-таки неплохо пока что все здесь получается. А если строить еще одно жилье? Ну, по идее, можем построить, кстати, одно жилье еще. Давайте. Кстати, нет, знаешь, что сделаем? Мы сейчас сделаем другое. Мы сейчас возьмем это бабам, уничтожим. И это уничтожим. И поставим два нормальных дома. Ну, условно нормальных. Раз. Даже не два, а даже четыре поставим. Чтобы мы были обеспечены уже на довольно-таки продолжительное время. Ну и еще один. А, и на данной стадии с домами мы будем уже завязывать. Так, хорошо, дорогу построим сейчас. Ой, сюда иди. Вот так. Отлично. Эту лачугу мы потом уберем. Мы тут поставим что-нибудь другое. От лачуг надо избавляться, по большому счету, чтобы их здесь вообще не было. Давайте, давай строить. И тогда мы, может быть, даже примем этих людей... Так как рабочая сила есть рабочая сила.
Так, это у нас... А, этот у нас готов тогда. Не, значит, что делать, друзья? Да, берем их. Иди сюда. Иди сюда, будет у нас рабочая сила. Это кто так дышит? Это не так дышали, что ли? Вообще. У нас получается 35 мест. Плохо, что не указывает, сколько у нас места жилья есть. А может, по статистике добавили новую статистика, да? Общее, детей всего катастроф пережито. Всего жилье 3. 3 жилья, да? Запас энергии. Колонисты, карта мира, 99. Среднее население неплохо. Детей двое. Ладно, это нету здесь, не указано, сколько у нас есть мест. Так, походу, все уже, да, откадышлись. Иди на базу, нам нужно электричество, дружище. Подруга, вернее. Ты иди, короче, знаешь куда? Ну иди сюда. А ты продолжаешь рейд за фруктами. 25 фруктов она заберет сразу. Ну или консервы, как они называются, да? Как они называются? Консервные фрукты. Консервированные фрукты. Хорошо, неплохо. Так, как вы нас видите у нас, друзья? Колония понемножку растет, растет. Это радует. Кстати. Что мне надо? А, мы тут можем сейчас обратно поставить всех людей. Пусть они тут работают по 2 человека. Здесь 2 человека, здесь 2 человека. Чтобы они были максимально задействованы. 2 человека сюда. Пусть сюда один человек пока что занимается деревом. А даже 2 поставим. Да, у нас 7 человек. Мы сейчас довольно-таки обеспечены с этим процессом. Магнитная буря, сюда мы поставим. А, ну, пока что ничего не будем ставить. А можем по одному поставить, чтобы по большому счету немножко все это происходило. Вот это сейчас самое страшное, то, что, блин, треснет кто-нибудь. Главное пережить катастрофу. И я думаю, на этом будем уже заканчивать сегодняшнее видео. Довольно-таки неплохо развились мы, кстати, за эту серию. Почти что от всего бомжатника избавились. Это радует. Вопрос, на чем это работает? На маленькой солнечной батарее? Это вот холодильник. Там лампочка мигает. Да, с едой у нас все отлично. С инструментами тоже неплохо. С одеждой тоже все отличненько. Все у нас, все пока что очень хорошо. Торговцы, работорговцы. Ух ты, блин. У ваших ворот стал чаще размеров колонии хорошего вооруженного бандита. Пора погонщик выставить из грузовика несколько плененных. А перед водителем шайки обращается к вам. Эй, ты, за воротами. Ты слышишь, козлина, блин, шипастая. Блять, врезал бы. Надеюсь, что мы в дальнейшем сможем их просто вырубать, блин, помаленьку. А ну, тиши сюда, ах ты почешешь меня, блин, сейчас шею свою. Говори, бум, говорить будем. У меня тут новая партия работников, так и рвутся. Взяться за любое дело. И цена разумная. 17 одежды, 3 колониста, 30 еды. Блин, ну я же не участвую в работе. Ну, троих избавиться. Поторговаться одного пленного. Ну, не хочу отдавать столько одежды. А сколько у нас ресурсов? Ткани у нас 96. Давайте за одного. Плюс 1, минус 5 одежда. А что у нас здесь? Ничего. Карта мира. Итак, женщина. Наконец-то мы сейчас сможем энергии. Ну, энергии уже будем делать, мы уже строить в следующем видео. Которое выйдет завтра. Так, скорее всего. Так, мне завтра на работу, но я постараюсь, конечно, сделать, друзья, видео для вас. Так, хорошо. Отлично. Сейчас переживем бурочку и все будет шито-крыто. Так, дерево добывается, все отлично у нас. Картошечка, мясные рационы 42, овощные рационы 47. Пока что еще можем поделать мясные рационы. Потому что другие мы уже больше не можем делать. Там еще есть, конечно, другие рационы, но у нас нету. Можно делать такую тему. Можно просто мясные рационы делать, да, только что из мяса. Ну, лучше всего вот это овощное, это самый сбалансированный, кажется. Так и называется, да? Где он там был? Мясный рацион. А почему мясный рацион? Овощный рацион. Не мясный, не хочу рацион. Не знаю, вот этот. Смешанный рацион, вот. Там все есть в нем. Ага, уже треснули по батарейке. Ремонтировать 2 конденсатора.
А, у меня 27 конденсаторов. Но не потом починить его потом уже, когда это все закончится. Но опять же, вот, например, если сейчас молния врезала в аккумулятор, вся энергия, которая была там, она исчезла, или она осталась, или наоборот подзарядилась, блин. Что же, как-то надо понять. Так что, ну ничего, еще раз удачно прожили мы очередную катастрофу. День 26, еще нету ни одного погибшего, это радует. Так как могильники даже мы еще не построили, потому что нам нету нужды в нем пока что. Так что, друзья, на этом мы сегодня закончим наше видео. Большое спасибо за вашу поддержку. Поставьте, пожалуйста, лайк под видео. Вам не трудно, мне это очень приятно будет и полезно. Вот, чтобы мы видели прогресс нашего продвижения нашего каналчика, чтобы видно, что люди смотрят, людям нравится, и чтобы я уже смотрел, чем мне, может быть, что-нибудь другое делать или заниматься дальше, продолжать с этим делом. Так что большое ваше, друзья, за поддержку. На сегодня мы заканчиваем. В следующей серии мы уже будем развивать электросеть и уже другие электрические постройки. Так что большое вам спасибо, друзья, за поддержку. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал, нажмите колокольчик, чтобы получать оповещения. А на сегодня мы заканчиваем, друзья. Всего доброго. Пока-пока.